Мы уже рассказывали о начале облицовки фасада Тверского Спасо-Преображенского собора. Работы в самом разгаре, но большинству горожан интересно, каков был итоговый результат и почему рабочие сбивают нынешнее покрытие стен только фрагментами. Наша съемочная группа нашла ответы на эти вопросы. Восстановление Тверского Спасо-Преображенского собора идет уже не первый год. За это время горожане запомнили его и в красно-кирпичном виде, и в белом, а именно в такой обмазке. И вот теперь ее активно снимают. Правда, не по всей площади фасадов, а фрагментарно. Основное полотно внешних стен собора будет покрашено просто в белый цвет. Но всякие различные барельефы, обрамление окон, порталы входных дверей, они будут облицованы владимирским камнем. Владимирским камень называют, потому что он представляет собой известняк, который добывается в этой области. Прежде чем попасть к заказчику, его отправляют на предприятие, где блоком придают нужную форму, а при необходимости высекают и орнамент. Техника исполнения резных фасадов – это главное отличие тех технологий от современных. Вот с точки зрения специалистов – это вот ручная работа, потому что, да, изготавливал станок, машина ЧПУ, но в которую вносили вручную нужные параметры. Но с точки зрения обывателя это, наоборот, не ручная работа. Это не дело, как в старину, в средние века, резчик по камню именно зубилом, именно руками. Как видно, каменные элементы декора не сразу крепятся к фасаду. Для начала приходится очистить нужное место от той самой обмазки. Она, судя по всему, вышла в свое время на славу, так как рабочим приходится использовать электроинструменты. Затем монтируется специальная сетка из нержавеющей стали. Сетка дает механическое крепление этого камня. И уже к этой сетке происходит монтаж камня на шпильки, на уголки, на специальные элементы крепежные. И после этого происходит заливка дополнительно раствором клеевым, который дополнительно фиксирует уже этот камень к стене. Все фасадные работы строители обещают закончить в середине июня. Затем кафедральный собор ждет торжественная церемония великого освящения. Планируется, что ее проведет лично патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Поэтому точная дата этого знакового для Тверского Спаса события будет определена позднее.